Всем привет! Сегодня, как и обещали, погуляем с вами по району Саска-Кемпа, что прилегает к парку Скорышевскому, видео про которое мы уже выкладывали. Саска-Кемпа. Название этого правобережного района Вислы дословно переводится как «саксонские кочки» или «саксонский луг». Вокруг этого городского района нет болот, да и германоязычной общины тоже не наблюдается. Ну, на улице французской очень много. Лёдарин. Различные виды самого вкусного мороженого в Польше. Согласно истории, здесь был остров, но со временем река изменила русло, и остров объединился с большим берегом. Саксонским его называют потому, что в начале 8 века польский король Август III из саксонской династии Веттинов арендовал эту местность на 60 лет. Саска-Кемпа окружена зеленью. С северной стороны находится парк Скорышевский, с восточной – огороды выставочного зала, с южной и западной стороны – зеленые берега Вислы, долина Средней Вислы. На Висле есть пляж, от которого можно переправиться на пароме «Слонка» на другой берег. Чего? Итальянские пиццы и французское вино. Ну и лёды. Ну, лёды, да. И улочку. Лёды итальянские. Облюбовали представители творческой интеллигенции. Да. По крайней мере, да, район. По крайней мере, так написано и так было раньше. Появилось мороженое, ананас с петрушкой. Офигеть. А мы же видели старые ладзярни. Заходили тут. Пани-продавец нам сказал, просто еще от прапрабабушки семейные рецепты. Очень вкусно. Высокие берега Меджишинского вала надежно защищают на протяжении многих лет Саску от регулярных подтоплений. Последнее наводнение было в мае 2010 года. Нема. Кленовый. Кленовый год. А что купила? Это... Нента с шоколадом. Это... Во второй половине 19 века в Саска-Кемпе стали появляться увеселительные заведения. 20 век принес реальные изменения. В 1916 году район был включен в состав Варшавы, и городские планировщики решили использовать Кемпу как место для крупных международных выставок. Однако этого не произошло. Местная власть наложила твердые вето, и идея провалилась. Однако названия улиц, которые посвящены европейским городам и другим странам, остались. Французская улица, Парижская, Аллея Соединенных Штатов, Египетская, Афинская и другие. И еще такая любопытная информация. В настоящее время в этом районе располагается 14 посольств и резиденций иностранных послов, таких как Турция, Австралия. Все они занимают впечатляющие виллы. Улица Французская в настоящее время – это главная торговая улица района с бесконечной вереницей кафе, ресторанов и магазинчиков. Была основана в 1925 году. Большей части территории сохранились виллы довоенной постройки, несколько жилых комплексов.
построенных на рубеже 50-70-х годов, также несколько одноквартирных домов, много примеров довоенного модернизма. Первыми людьми, которые построили здесь дома в 1920-х годах, были в основном состоятельные творческие люди – художники, актеры, музыканты, архитекторы, а также чиновники и бизнесмены. Им нужны были современные функциональные дома, и для их проектирования они нанимали молодых архитекторов, первых выпускников архитектурного факультета Варшавского университета. Эти виллы сохранились по сегодняшний день, и ими можно полюбоваться на тихих улочках района. Французская 37 – вилла семьи Кларнер, построенная в 1937 году. Его реконструкция в конце 20 века вызвала сильный шторм, так как нарушила симметрия довоенной постройки. Знает эти слова поэтессы Агнешки Осетской, прожившей в Саско-Кемпе большую часть своей жизни.
Чаще всего ее видели в кафе на улице Французской, 31, которого уже не существует. Сегодня ее именем названы театр в Сопоте и одна из польских радиостанций. В СССР стихи Осетской стали известны благодаря переводам Булата Акуджавы. Бронзовая фигура поэтессы стоит на углу улицы Французская и Абрунцев. Страницы с текстами песен разбросаны по столу, за которым сидит Агнешка, а сама она задумчиво смотрит вдаль. Многоквартирный дом Вацлава Лахера, улица Французская, 12, построен в 1934 году. Как потом выяснилось, по этому адресу продают самую вкусную в Варшаве шаурму. И всегда тут такая толпа стоит за ней, страждущих и желающих. Белая вилла семьи Лепковских на улице Французской, 2, построена в 1974 году на месте старой таверны. Со стороны сада красивые террасы с винтовой лестницей на одной опоре. Саска Кемпа была одной из частей города, наименее пострадавших во время войны. Тем не менее, стены этих домов хранят память о сопротивлении местных жителей захватчикам. Так, в сентябре 1939 года Саска Кемпа стала важным районом обороны от наступающих немецких войск. Линия, проведенная вдоль улиц и имения, не позволяла немцам добраться до центра Праги и пересечь Вислу в районы на левом берегу реки. Командиром группы обороны Саска Кемпа был подполковник Стефан Котовский, имевший в своем распоряжении три батальона 336-го пехотного полка. Пехоту поддерживал 103-й стрелковый батальон, рота из 145 крупнокалиберных пулеметов и взвод бронепушек из 21-го полка Вислинских Улан. Здесь произошли несколько дней ожесточенных боев с немецкими захватчиками, и 28 сентября 2011 года по инициативе фонда «Специализированный волонтерский корпус» Яна Косаковского и семьи владельцев виллы номер 4 по улице Французской открыты две памятные доски из гранитных плит. Сделан символический контур баррикады. Вот так, внезапно гуляя между ларечками с мороженым, кафе и ресторанчиками, оказываешься лицом к лицу с напоминаниями о тех страшных событиях. На площади Пшемежа можно увидеть бюст Стефану Жеромскому, писателю, драматургу, публицисту, а также политическому деятелю. Такие тихие зеленые улочки на Саске, красивые.
улицы Березинской, 22. Многоквартирный жилой дом Эвы и Войтека Гойских. Построен в 2000 году по проекту Анджея Поплавского и Мирослава Лесника. Название улицы Березинская происходит от названия притока Днепра Березина. Напротив площади в доме под номером 37 в довоенное время несколько десятков лет находился знаменитый детский сад пани Галины Медалисовой. Группу детей не более 10 человек учили хорошим манерам, основам чтения и счета, музыке и даже английскому языку. Помещение ребенка в этот элитный детский сад требовало немалых связей. Галина Медалисова воспитала многие поколения. Любое древнее поселение, это место хранит в себе много тайн и загадок. Например, защита от наводнений Меджишинским валом. Пойма реки достаточно большая, и вал очень высокий. Каким образом время от времени затапливаются первые этажи домов? Еще заметили, что ожидающие реставрации дома выглядят очень старыми, крепкими, со слишком толстыми стенами и дополнительным торговым этажом ниже асфальта. Скорее всего, они были построены не 100 лет назад, а гораздо раньше. Мы, как обычно, находившись и накатавшись, нашли уютненькую кафешку для велосипедистов. И сейчас попьем кофе с круассаном и рванем монтировать ролик. А вам, ребята, спасибо за просмотр. Всем здоровья, удачи, хороших мест для прогулок. Всем пока! Пока!